Доброго времени суток, уважаемые наши подписчики. В этот дождливый, прохладный летний день мы решили записать для вас согревающее видео с комментариями о процессе декора в будущем мини-отеле «Башня Царицына», что находится в городе Казани. Условно декор здесь можно разделить на два момента. Основное – это декор самой лестницы под дерево семейства Грабовых с попутным возведением перил. И вот сейчас вы видите декор некоторых труб инженерной коммуникации. На первом этаже дерево у нас начинается с корней. Не случайно мы выбрали для декора такое гладкоствольное дерево. Как вы видите, оно здесь наиболее уместно, учитывая пространство, непосредственную близость к ходу. И мы оказываемся на втором этаже, где декор труб продолжается. Он стелется по стене, идет подводка к кондиционеру. И дерево у нас продолжает свой ход на третий этаж. Основная масса уже нарощена. И, как и на предыдущих отрезках, дерево будет приобретать причудливые, такие выразительные формы, достойные руки нашего мастера-дизайнера. Итак, это третий этаж, буквально мы заглянули чуть-чуть, а сейчас я покажу вам набор инструментов, точнее его малую часть, возможно, одну третью, с помощью которых наш мастер добивается вот таких результатов. На этом наш пробный видеосюжет с комментариями завершается. Работа же продолжается, и она продвинулась уже далеко вперед. У нас есть новые видеоотчеты, поэтому, если вам понравился данный формат повествования, дайте нам об этом знать. Ставьте лайки, подписывайтесь на нашу страничку, те, кто заглянул на нее впервые, и будьте с нами. Ждите новые видеосюжеты. Всего доброго, друзья!